Ньютербок 2. Второе. Августа 2019 года. Это перекресток. Мы находимся на перекрестке. В правую сторону. К дому офицеров. Влево будет туда за зданием склада. Он просматривается. Жилой дом. В эту сторону, в левую, выход на Нойслагерь, на Алтеслагерь выезжать, на полигон, на танку-директрису. Он виднеется, водонапорная башня. Вот так вот мы бы уже видели клуб одной из воинских частей, снесен. Бассейны там были, крытый и закрытый. Открытый и открытый, извините. Спортзал. А это вот в центре мы начинали наше видео. КПП. Техпарк одного из танковых полков. А не называю умышленно номера воинских частей, которые здесь, кому эти объекты принадлежали, территории. Поскольку в разное время были разные принадлежности. К разным воинским частям принадлежали. Или разные воинские части дислоцировались. Вот как все заросло, если кто помнит. Вот здесь вот огромный бокс. Его сейчас не видно. В зарослях недавно сделали дорожку велосипедную, отремонтировали. Мы видели с вами с левой стороны, вот отсюда, здесь был плац, какие-то объекты. Лес, просто лес растет уже. Очень быстро разросся. В эту сторону, вот так прямо. С правой стороны штык-нож. С левой стороны стена славы. Это все и был комплекс. Штык-нож и с левой стороны звезда. Тексты стена славы. Все территории, которые... Сейчас мы вот увидели, вот что в лесу здесь, что вот эти здесь боксы стоят, что территория техпарка. В настоящее время частная собственность. Все территории и объекты обрели хозяев. Движение интенсивное. Начинаются какие-то движения по... строительству, по благоустройству, по реконструкции всех помещений и зданий и всех территорий. Поживем, увидим. Этот проект рассчитан до 2040 года. По Ютербок 2 все будет, многое будет изменено до неузнаваемости. Да. Тут планируется, кроме реконструкции старых объектов, построить новые. Объекты культурного назначения, детский садик, школу, жилые дома. Много чего. Вот здесь же будет какой-то огромный тир, огромные будут стрельбища, еще чего-то. Мы сообщали уже в материалах группы «Алтеслагерь» информацию, что кто и чего будет делать. Ну вот, пожалуй, и все. Посмотрели мы с вами перекресток этой Ютербок 2. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.